Да, проходи. Я спросить хотел. Феликс, ты знаешь Таю лучше меня. Скажи, она когда-нибудь тебе лгала? И что такое? Выпустила, теперь хочешь обратно посадить? Нет, к смерти Марины она не причастна, это доказано. Просто... Что просто? Она скрывала свою настоящую фамилию. Говорила, что из другого города, работает в поликлинике. Теперь оказывается, что она живет в Яловске и работает в частной больнице. Ну, получается, врала? Андрюха, я понимаю, у тебя работа такая, всех подозревать. Но я правда познакомился с Таей в Артемьевске. И она действительно работала в поликлинике, он перевязки мне делал. А еще рассказывала, что после смерти родителей бабушка ее к себе забрала. Ну, дала свою фамилию. Так что никакого вранья. И как это связано с нашей семьей? Думаешь, вы случайно познакомились? Андрюха, ты параноик. Хватит Таю во всем подозревать. Она лучшая девушка, которую я встречал. И самая достойная. Вот я... дурак. Повелся на мамины россказни. При чем тут мама? Она купить меня хотела. Она обещала мне все. А я... идиот. Ну, знаешь, ведь еще не поздно все исправить, да? Давай, Андрюха. Феликс, погоди, объясни, при чем здесь мать? Дмитриевна. Что, уже? Какой уже? Быстро, Ева Дмитриевна. Я на месте. А она точно выйдет? А я откуда знаю? Жди. Когда-то же она с работы уходит. Ну, может, она уже ушла. Мне бы знать ее точный график. Знаешь что? Работай. Куда рванула? Ну, похоже, она. Генка мой вот-вот подъедет, подвезет тебя. Чего ты будешь в автобусе трястись? Заодно познакомитесь. Ну, вот и Генка. Не выдумывай. Давай, двое меня подвозил, и мы тебя подвезем. Садись, садись. Познакомься, это Тая. Ой, привет. Привет. Ну что, поехали? Поехали. Привет. Сосед, значит. Таю, позови, пожалуйста. Тая нет дома. А если и была бы, не позвал. Даже так? Когда будет? Для тебя никогда. Давай, вали отсюда. Слушай, сосед, ты бы не лез в наши с Таей отношения. Пусть она сама решает без твоих подсказок. Тёмочка, а кто это был? Да, ну, не важно. Тут нормально? Да, отлично, спасибо большое. Пока, ребят. Ген, было приятно познакомиться. Всего хорошего вам вечера. Пока. Пока.
Ты как? Что ты здесь делаешь? Тебе можно? Ты прости меня. Поверь, у меня правда ничего нет с Кирой. Феликс, тебя только здесь не хватало. С Кирой ничего не связано. Я скучаю по тебе. Ты нужна мне, я люблю тебя. Феликс, ты... хватит. Ты что, с первого раза не понимаешь? Я тебе сказала, отстань от нее. Артем, хватит. Уходи. Или мне маме твоей позвонить. У нас с тобой церемониться не будет, мало не покажется. А теперь пошел вон. И чтобы я тебя больше здесь не видела никогда. Ты меня понял? Подожди. А ты куда? Пойдем со мной. Я это дерево с детства помню. Оно меня всегда успокаивало. Так подойдешь к нему, прислонишься, погладишь его шершавую кору, и так спокойно становится. Будто бы все плохое куда-то исчезает. Я когда отсюда уехала, очень часто вспоминала это дерево. Не знаю. Дерево как дерево. Обычное. Нет. Оно особенное. Я ему все тайны доверяла. И много у тебя тайн было? Целая куча. Правда, я тогда не знала, что у взрослых все сложнее. И деревья не помогают. Не помогают. Может, прогуляемся? Давай. Куда пойдем? Не знаю, куда-нибудь. Да. Дмитриевна, пока не получилось. Но я в процессе. А что с голосом? Ты что, пил? Два глотка сделал, ну, для храбрости. Вася, смотри, попадешься, язык не распускай. Если меня менты повяжут, они мне вопросов задавать не будут. Отберут права и отправят на штрафплощадку. Ну, или денег потребуют много. Кстати, столько у меня с собой нет. Правда? Это уже твои проблемы. Я тебя пить не заставляла. Лучше бы ты меня пить заставляла, змея. Ты Таечку в садик отведи, У них там сегодня репетиция к утреннику. Ты обязательно расспроси, что нужно подготовить, хорошо? Чтобы не шить костюм принцессы из моего свадебного платья за одну ночь. Расспрошу, не волнуйся. Вечером забрать?
Не надо, мы на обратном пути заберем. Да не волнуйтесь, все будет хорошо. Отдыхайте. Желаю вам хорошо отметить годовщину. Спасибо, мамочка. Слушайся бабушку, мы вечером будем. Муа! Только я вас очень прошу, не гоните. Витя, слышишь? Слушаюсь, мама. Спокойненько, аккуратненько. Мам, ну ты что, не знаешь Витю? Это самый аккуратный водитель на свете. Да знаю. Все, пока. Ну, все. Это ты заставила меня расстаться с Таей, а я ее люблю. Люблю. Любовь к твоему сведению – психическое отклонение. А у вас с отцом тоже психическое отклонение? Или ты просто его не любишь? Замолчи! Я тебе предложила выбор, ты его сделал. И ошибся. Ошибся, так бывает. Или ты никогда не ошибаешься? Прекрати ныть. Посмотри, на кого ты похож. Слабак. Есть папочку. Что? Ничего. Хорошо, давай завтра поедем к нотариусу, я перепишу на тебя все, что обещала. Перепишешь? Ой, как интересно. А там ведь было еще одно условие про Киру. А что-то мне подсказывает, что теперь я не смогу его выполнить. Знаешь что, мам? Мне от тебя ничего не нужно. Ну, мое дело предложить. Ничего, сынок. Утро вечера мудренее. А что это, тут расключались? Ничего, просто возникла дискуссия. О, и ты не спишь, сынок? Да, мыслей разных много. Мам, а ты помнишь такого Виктора Нарбута? Это имя тебе что-нибудь говорит? Нет. Погоди, Нарбут? Вы же учились вместе. Он еще ухаживал за тобой. Как ты не помнишь? Даже я помню. Вот видишь, ты помнишь, а я нет. Ты помнишь всех моих ухажеров, а я нет. Зачем? У тебя еще есть вопрос? Нет. Тогда спокойной ночи. Спокойной ночи. Ольга Дмитриевна, простите. Что? Что, Галя? Что, Галя? Васи до сих пор нет. И трубку не берет. Ну, где он может быть? Действительно. Где он может быть? А у кого еще спросить, если не у меня, правда? Откуда я знаю, где твой Вася? Явится. А вообще о том, что у человека должно быть какое-то свое личное пространство, ты об этом слышала когда-нибудь? Но вы же сами отправили его куда-то. Кто? Я? Галь, ты в своем уме? Я отправила его днем в сервис. И он должен был вернуться еще 3 часа назад. А где он шляется ночью, я не знаю. И вообще, пожалуйста, ну хоть в этом разбирайтесь сами. Извините. Оленька, хорошая моя, ну зачем ты с ней так резко? Она волнуется за мужа, это понятно? Понятно. А то, что не надо перекладывать с больной головы на здоровую, это тебе тоже понятно? У меня что, других проблем не хватает, что ли? Что ты держишь? Я не хочу это. Да, нам всем досталось в последнее время. Всем нам нужно немного отдохнуть. Оленька, а давай слетаем куда-нибудь. Сменим постановку. Постановку мы сменим. Как с остальным? Мама, у меня уже сердце болит, понимаешь? Стас. Прогуляться перед сном самое то. Артем, можно спросить? Давай. Почему ты вернулся? Не знаю. Я когда по телевизору увидел, как тебя
наручниках ведут. Меня накрыло, я вещь схватил назад. Меня спасать? Ну да. Ты ж помнишь, спасение девиц в беде — мое любимое занятие. Но если серьезно, я просто не мог иначе поступить. Тай, знаешь, я не очень красноречивый. Комплименты девушкам говорить не умею, но я попробую. Ты добрая, умная и очень красивая. Я таких, как ты, еще не встречал. И я хочу всегда вот так держать тебя за руки и никогда не отпускать. Зеленый. Что? Я вопрос задала. Где был? Васенька, скажи, тебе легче станет? Спи. Спасибо, Галина, очень вкусно. Ну что, нашелся твой Василий? А где был, не сказал? Почему сказал? Приятеля старого встретил, засиделись, а телефон разрядился. Ну, бывает. Видишь, что ты волновалась, все хорошо. Я сегодня в мэрию съезжу. Да вчера звонил целый день Усачеву. То нет его, то занят. То и не отвечает. А у меня уж и наброски проекта готовы. Оль, ты слышишь меня? Что, прости, я задумалась. Да ничего. Не обращай внимания на себя, так. Дел полно. А что, мальчики, почему не спускаются? Может, их разбудить? А может, хватит с ними нянчиться? А то выросли. Взрослые, умные. Вопросы разные задают. Какие, например? Откуда берутся дети? Почти угадал. Ладно.
Сяду, скажу Василию, пусть траву со стороны улицы пострижет, а то забывает все время. Получилось? Нет. Почему? Не дождался. Дождался. Тогда какого хрена? Васенька, иди поешь. Завтрак стынет. Тварь. Малохольная. Все слабаки. Ни на кого положиться нельзя. Доброе утро, мамуль. Доброе утро, сынок. А ты чего так рано поднялся? Что, опять уезжать собрался? Нет, я пока задержусь. Со своими договорился. Ты присаживайся, я тебя сейчас своей фирменной яичницей с луком угощу. Ну, надо же, дождалась. Чтобы не я за детьми, а они за мной ухаживали. А третья кому? Ну как кому? Тай. Тай. Да она еще в 6 утра на работу убежала. Опять все проспал. Чего, сынок? Наверстаешь. Мартынова? А разве сегодня ваша смена? Я поменялась за Рицкой. Согласована с доктором Солнцевым. Так, а меня уже в известность можно не ставить? Я вообще-то главврач. Ставить вас в известность входит в обязанности врача, который составляет или меняет график дежурств. У меня другие обязанности, Петр Григорьевич. А вы Гордееву позвонили? Ну, допустим. Мне весь разговор пересказать? Или так поверить? Спасибо. Девушка, у вас анализы точные, ошибки не будет? Молодой человек, мы тут не гороскопы составляем вообще-то. Но если вы не доверяете нашей лаборатории, вы можете обратиться в другую. Нет, мы доверяем. Кроме этого анализа нужен еще один, пожалуйста. Здесь волос моей мамы. Угу. По нему же тоже можно проверить ДНК? Только если волос с корнем. Это как? Вы волос где взяли? Но если срезали, то вряд ли подойдет. А вот если с расчески, то что нужно? Этот с расчески. Просто нам нужно точно знать, есть ли совпадение по ДНК с нашими показателями. То есть биологическое родство. Кажется, это так называется? Да. Хорошо, тогда вам нужно будет заполнить еще эту форму. Угу. А еще вопрос. Результаты когда будут? В понедельник. Но если вам срочно, то там другой прайс. Супер. Нам срочно. Добрый день. Я Гордеев. Я знаю. А Аркадий Петрович на месте? К сожалению, Аркадия Петровича нет на месте. А когда будет? У меня нет такой информации, не могу знать. С ним все в порядке? На звонки не отвечает, на сообщения тоже. Ясно, спасибо. Кофе мне принеси и воды запить таблетку. Аркадий Петрович. Что это происходит? Вы от меня прячетесь? Мы же с вами о чем-то договаривались. Станислав Андреевич, мы все вопросы уже обсудили с вашей супругой. Странно, Ольга мне ничего не говорила. Вот с ней разбирайтесь, а меня нет. Разве секретарша вам не сказала?
Погодите, ну вы же сказали не затягивать. Я подготовил вам наброски архитектурного плана. Вот, посмотрите. Я ничего смотреть не собираюсь. Наши с вами договоренности аннулированы по известным вам причинам. Моя дочь, находясь в вашем доме, только чудом осталась жива. А ваш сын прямо или косвенно оказался замешанным. Все, я не хочу больше. Вы, как отец, должны меня понять. Все, на этом все, Станислав Андреевич. Благодарю. Нам что-то не ясно? А как же... Ладно. Я понял. Да, слушаю вас. Станислав Андреевич, а вы не могли бы сегодня в клинику подъехать? Что-то случилось с Катей? Ей стало хуже? Да нет, наоборот. Наметилось явное улучшение, но вы сами все увидите. Спасибо за хорошие новости. Я старался. Вы замечательный специалист, Петр Григорьевич. Я всегда в вас верил. Еще раз спасибо. Скоро буду. Ты это дело имел в виду? Да, оно. Спасибо, Петр Семенович. Новости есть? Я не тороплю. Работаем, работаем. Сегодня 9 дней. Зайдешь к нам? Да, конечно. Ну ладно. Ждем тебя вечером. Сейчас прическу поправим, и вообще будет класс. А у нас сегодня какой-то праздник? Конечно. У нас каждый день праздник. Небо голубое, солнце светит, люди улыбаются. Значит, это праздник. Жизнь продолжается. Вы сегодня светитесь, Таечка. Это что значит? Просто сегодня день хороший. А еще вчера один замечательный человек наговорил мне кучу комплиментов. А-а-а. Не вертитесь, пожалуйста. Ну, это же здорово, Тай. Я уверяю вас, вы достойны самых лучших комплиментов. Вы тоже. Подождите минутку. Так. А ну-ка, посмотрите на меня. Ну все? Сейчас. Это кто? Это я? Ну, конечно, вы. Вы очень-очень красивые. Я себя другой помню. Как будто заснула в 20. Проснулась в 50. Екатерина Алексеевна. Знаете, это только в сказках. Принцессы красивыми через 100 лет просыпаются. Экспертиза показала, что в автомобиле УАЗ-2106 произошла утечка тормозной жидкости в результате механического повреждения шланга. Причина повреждения не установлена, понятно. Ну, конечно. Следствие проводилось 10 дней, судя по датам. Рекордные сроки и быстрый вывод. Несчастный случай.
никто не хотел особо заморачиваться. Вот так, Тамаш. Андрей Станиславович, а эти люди, что погибли, они кто? Ваши родственники? Да вот не знаю. Гордеев. Андрей Станиславович, вам звонит Мартынова. Будете говорить, переключать? Мартынова? Давай. Интересно. Андрей, здравствуйте. Извините, если отвлекаю. Но вы когда-то обещали мне дать телефон следователя, который вел дело моих родителей. Не могли бы вы... Мог бы. Подходите сегодня ко мне до 7 часов вечера. Я вам пропуск выпишу. Вместе и наберем. Меня это тоже интересует. Хорошо, буду. Жду. Я так рада, что ты пришел наконец. Я столько хочу тебе рассказать. Я скучала по тебе. Я знаю, я болела сильно, но мне уже намного лучше. Я думаю, что все будет по-другому, да? Конечно, Катюш. Конечно, Мила. Ты сегодня выглядишь гораздо бодрее, чем в прошлый раз. Знаешь, у тебя в глазах появился тот самый огонек, в который я когда-то влюбился. А ты помнишь нашу первую встречу? Как ты меня на танец пригласил, помнишь? Конечно, помню. И встречу помню. И свадьбу нашу помню. И платье твое помню. Платье. Слушай, платье я искала, оно дома, наверное, да? Дом. Стас, забери меня отсюда, пожалуйста. Пожалуйста, я все буду делать. Я уже сильная, я могу готовить, я могу ухаживать за тобой. Но я даже не представляю, как ты там один. Ты же не разлюбил меня за эти годы? О, нет. Нет, Катюш, нет, конечно. Просто понимаешь, это очень ответственное решение. Не надо торопиться. Надо все взвесить. Посоветоваться с врачом. Да, да, да. Ты посоветуйся с врачом. Пожалуйста, забери меня. Я так домой хочу. Вася, я понимаю, что задание непростое. Но это нужно сделать. Вчера не получилось, поезжай сегодня. Завтра я денег добавлю. Она в том же доме живет, что и те. Ну, вы поняли. Я про тех забыла. И ты забудь. Как просто у вас все, Ольга Дмитриевна. А так не бывает. Они у меня до сих пор перед глазами стоят, как живые. Особенно та женщина с кулоном. Ольга? Да? Здравствуйте. Меня зовут Лариса Нарбут. Мы с вами встречались. Нас знакомил Виктор, мой муж. А, помню. Значит, вы здесь работаете? А я Андрюшеньку навещала. Он после аварии на треке. Я так перенервничала. Да, состояние было тяжелое. Я как раз дежурила в тот день. У меня к вам неожиданный вопрос. Скажите, Ольга, Андрей сын Вити? Что за чушь? С чего вы так решили? Группа крови. У Станислава Андреевича и Андрюши группы крови, которые априори не могут быть у отца с сыном. Андрей сын Гордеева. Всего хорошего. Мы с мужем хотим знать правду, и мы ее узнаем. Заткнись. Господи, я думала, ты мужик, а ты тряпка. Хватит! Сделай то, о чем я тебя прошу. Мне больше некого просить. Да, Стас. Оленька, я у Кати в клинике. Где?
Опять? А зачем ты туда поехал? Меня Комарницкий срочно вызвал. Катя намного лучше, она идет на поправку. Я сам понял, передо мной совсем другая Катя. Вы говорили с ней? Да, и с ней, и с Петром Григорьевичем. Он говорит, что ее можно забирать отсюда. Что? Как забирать? Куда? Оленька, мне надо с тобой посоветоваться. Как думаешь, стоит сказать Катюше, что у нас с тобой давно семья, мальчики? Или пока промолчать? Может, снимем ей квартиру? Хотя, наверное, она пока не сможет жить одна. Давай заберем ее к нам домой. Интересно, в каком качестве? Я, конечно, очень рада, что Катя стала легче. Давай не будем торопиться, хорошо? Господи, я скоро сама в дурку попаду. Оленька, ну зачем ты так? Прости. Прости меня, прости, пожалуйста. Я вчера была в ужасном состоянии, сегодня еще хуже, Стас. Ну ты же видел, пожалуйста. Приезжай домой. Оленька, ну вызови врача. Или хочешь, я Комарницкому скажу? Нет, я не хочу. Я просто хочу, чтобы ты приехал домой. Я умоляю тебя, я жду. Ольга Дмитриевна, выйди вон! Антон? Антон, это Ольга Гордеева. Мы с мужем в прошлом году брали у вас тур на Мальдивы, помните? Да, здравствуйте. Мне нужна ваша помощь. Нет ли у вас случайно горящей путевки на двоих к морю? Правда? Ну все, тогда я жду варианты. Угу. Стас, мы можем ехать? Не сегодня, Мирай. Тут хорошие специалисты. Тебе надо понаблюдать какое-то время. Не сегодня, а когда? Посмотри на нас. Посмотри на нас. Ты постарел. Я знаю, я постарела. У меня в этих стенах жизнь без тебя прошла. Ну зачем мне такая? Ну. Катюш, я буду приезжать к тебе каждый день, пока ты окончательно не поправишься. Скажи меня. Да, Маш, мотива у нас с тобой как не было, так и нет. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте, Тая. Как ваши дела? По-разному. Вы хотели позвонить следователю по поводу родителей? Да, да. Я пойду, Андрей Станиславович? Да, конечно, до завтра. Присаживайтесь. Вот дело по ДТП ваших родителей. Но оно вам ничего не скажет. Я его изучил, там одни отписки. Так бывает. Кто будет говорить? Вы или я? Давайте лучше вы. Здравствуйте, следователь Гордеев. Я могу поговорить с Сергеем Лучниковым? Он когда-то у нас работал. Мой муж 2 года назад умер от инфаркта. А, простите, я не знал. До свидания. Значит, так тому и быть. Моих родителей все равно уже не вернуть. Тая, подождите. То, что вы мне тогда сказали про то, что я... Это предположение. Андрей, я не хочу вас ни в чем убеждать. До свидания. Подождите, Тая. У вас в шкафчике в клинике были найдены ампулы. Где вы их взяли и зачем они вам? Их дал мне Комарницкий. Он хотел, чтобы этот препарат я колола одной пациентке. Странно. Мне он сказал другое. Андрей, а вы не думали, что на свадьбе хотели отравить именно меня? Вас? Зачем? И кто? Андрей, я не хочу называть имя человека, которого я подозреваю, потому что
это сделает вам очень больно. Это моя мать? Вы сами об этом сказали. Подождите, Тая, но мотив. Я задаю слишком много вопросов, на которые никто не хочет отвечать. До свидания, Андрей. Ленька, ну как ты? Плохо, да? Мила, моя хорошая. Как тебе помочь? Я звонила своему лечащему врачу. Он настоятельно рекомендовал уехать куда-нибудь на пару недель отдохнуть. Угу. Ты был прав. Мне действительно нужно сменить обстановку. Я уже забронировала отель в Испании, так что мы завтра с тобой уезжаем. Завтра? Как-то это неожиданно, не вовремя. Заболела не вовремя? Нет, нет. Я имею в виду, мы столько лет ждали, когда Кате станет лучше. Вот именно, мы столько лет ждали. Пара недель ничего не решат. Не знаю. С другой стороны, я тоже чувствую себя совершенно разбитым после всего этого. Да еще сегодняшний разговор с Усачевым. Он. Ну почему ты мне ничего не сказал? Ну вот поэтому и не сказала. Знала, что ты расстроишься. Прости, я просто не смогла решиться. Я понимаю. Не переживай. Мы с тобой справимся. Мы с тобой вместе все переживем. Давайте помянем нашу Маришку. Говорят, на девятый день душа умершего встречается с Богом. Начинается очищение. Я уверена, что наша девочка попадет в рай. Она это заслужила. Андрей, ты плачь. Плачь, не стесняйся. Это у меня уже слез нет. Я все выплакала. В душе осталось только боль и ненависть. Только найди его, Андрюша. Обещай нам с Любой.